Так, друзья, ну что, всем привет. Продолжаю я проходить Empire of Sin, Аль Капоне. В предыдущей серии я не смог завоевать босса. Не завоевать, а точнее отбить у него райончик, на который мы претендовали. Это вот этот Los Hijos de la Llorona, блядь. Ну реально, хуй прочитаешь. Так, значит, вот этот чел очень сильный был. Я вне серии просто немножко погриндил карту, в плане того, чтобы я чуть позарабатывал денег, чуть-чуть там поулучшал. То есть ничего такого, что влияет, так сказать, на сюжет. То есть никакого упущения нету в плане того, чтобы съемки роликов, да? В плане съемки. Вот, просто погриндил немножко денег, погриндил немножко себе сторонников. То есть в данном случае я добавил чувака. Его зовут R или P, по-английски хуй его знает. Он очень сильный, то есть его можно было купить за 15 тысяч здесь. Стоит он 15 тысяч, вот все тут стоимость 15. Его я взял. Почему его? Потому что у него меткость 100 и у него уникальная пушка, которая очень много урона наносит. Вот, плюс он наемный стрелок, у него тут плохие перки, у него ранги очень сильно вкачаны. То есть, по сути, тут 6-й ранг осталось вкачать, там 100 убийств ему с винтовки сделать. И он с вероятностью 50% становит одно очко действия после убийства противника из винтовки. То есть, после убийства он еще раз может выстрелить. А он в основном, типа, без брони, он шотит. Плюс у него броня, смотрите, какая хорошая, да, то есть... Гранату я тут подкупил немножечко себе. Вот. То есть в плане отряда я нанял его. Нанял вот этого чувака, Baby Monks, Громило. У него тоже уникальный пулемет. Убойная пушка, он найдет как танк, потому что он идет головорез. У него тут 20% здоровья туда-сюда. Плюс я их всех более-менее одел. Этого я не одевал, потому что он у нас информатор, он внедрен в банду. А остальные, вот как видите, они... уже более-менее одеты всех, всем там какие-то плюшечки подкинул. Единственное, у меня нету хорошей снайперской винтовки. Я не знаю, есть ли тут в игре реально хорошая какая-то или там уникальная снайперская винтовка. Возможно, она будет выбиваться с босса. Вот. Соответственно, просто захватывал вот эти здания. То есть ничего такого вот реально. То есть давайте продолжим просто с этого момента и объявим ему войну, попытаемся его захватить. Думаю, должно мне хватить сейчас силы противостоять этому боссу, потому что надо уже завоевать район, чтобы уже хотя бы один район был под моим контролем. Давайте сейчас проверим сразу хп, чекнем. Так, она чуть-чуть убитая, да, здесь. Давайте ее полечим. Now that's just swell. Нет, с тобой я не буду. Никаких договоров. Так, сейчас чуть полечимся. Во-первых, вот эти братья Дженна, еще тоже итальянцы, они постоянно нас где-то что-то атаковали, но войны у нас с ними нет. Очень странно, если честно. Gotcha. Приток у меня, кстати, давайте проверим, что у меня по алкоголю. Так, по производству у меня уже есть элитный, почему здесь виски ставим. Виски, первый сорт, виски, обычный, пойло, элитный, обычный и пойло. То есть, так, давайте посмотрим, можем ли что-то мы улучшить. Можем. Так, магазин, хранилище, все улучшается уже. Тут максимум, первый сорт, тут улучшается. Здесь все по максимуму. Единственное, здесь все отлично. Просто надо подождать, то есть нужно время. You got it. Давайте я сделаю новое ручное сохранение. Потому что кто знает, что у нас сейчас. А у нас с ними перемирие, да, они мне предлагали перемирие. Я согласился, возможно, я сейчас еще не смогу им объявить войну. Потому что, да, у нас действует еще перемирие, еще 35 дней целых. Да, не могу я пока что с ними. Давайте посмотрим, у кого отношения у меня плохие. Фракция, рейтинг, угрозы, вы с ними в войне. Рано. А давайте объявим им войну. Хипсинг. Эй, похер. I'm on it. Все, мы объявили им войну. А что у меня вот? Gotcha. Давайте начнем с захвата большого здания. You got it.
потом они будут, то есть надо выбить со своего района вот их, потому что у них тут большие здания. О, качество выпивки. Так, первый сорт приходит на элитный. Больше, я тут думаю, нечего, да. Больше нечего поднять. Пипсинг. Так, разграблено. Самое важное, вот у него большое казино здесь. Опа, напали. I'll handle it. Давайте еще покажу вот этого типа в действии, Эр, который он рили очень сильный. Вот видите, у них уже по 130 хп плюс броня, то есть, ну, ребята очень серьезные такие. Так. Ладно, давайте продамажим. А этот, я думаю, доберет. Угу. У него выстрел одно очко действия стоит. Давайте тогда этим хоть за какое-то укрытие встанем. И доберем вот эту бобину. Эти 70, то есть вообще найс. Этот танк бафает защиту от пуль. Она тоже так-то может бафнуть, но так, надо как-то. Давайте продамажим. Отлично, ну все попадает просто. Вообще красавчик у меня. Так, и два снайпера у меня сейчас. Ага, у меня бабуля без инициативы ходит медленнее, чем боту, да? Я понял, стоимость 2 очка действия. Сейчас какой будет ходить вот этот чувак? Так, давайте ее за стол. Пусть она пока что не будет ходить. Она тем более вот сейчас будет подставляться. Сейчас он еще и выстрелит, наверное. Нет, он побежит. Ну и хорошо. Light him up. Wipe him out. Хорошо, что они стреляют. Угу, решил полить. Да, все попадают. Ну, видите, защита от пуль работает, то есть урон очень сильно уменьшен. А, че, я только в него, да, могу? Ну, ладно, давайте ее забираем. Его, точнее. Кутаяночка. Она гранату закинуть может? Отлично. Она, смотрите, по всем попадает, и они все будут замедлены. Плюс отброшены. Они стоят за укрытием. Бабах. Отлично. Вообще, сейчас бы туда Аль Капоне, вот этот свинцовый дождь бы, если бы вообще было бы идеально. Ой, могу гранатку так-то закинуть, но гранатку я тратить не буду. Почему? Потому что она мне пригодится на боссах очень сильно. Давайте выстрел из дробовика. А чё он? Почему я не могу сделать? А, наверное, надо вот сначала вот... I'm on it. You're finished! Выстрелит сейчас, да. Ну ладно, 6 это ничего. Я подхилюсь. Это уже неприятно, плюс кровоток. Так, что у нас Аль Капоне может? Давай спрячься вот здесь. Плюс одно очко действия остается. И давай наблюдение. Хотя нет, давайте я буду лучше забирать. Надо добирать этих чуваков. А я могу еще и с броней, да, кого-то? Так, а если я вот так... А, 76-81. Ну, снимите одну единицу брони. Давайте попробуем консервы. Ага. Летела броня так-то, да, действительно. А, так, кого бы я... Вот этого я добираю, по идее. Хотя, хватило. Хватило того, даже несмотря на то, что я промазал. Давай к бабуле, беги сюда. Очков действия, к сожалению, не останется, но... Давайте вот этого сюда поставим за деревце. У него останется еще. И он должен кровоток. Отлично. Так, Минерва. Минерва работает по... Добирает вот этого Типсона. И... Нора Маккуин, или как она там? Нора Куин просто. Так, давайте ее... Ага, у нее атака стоимость 2. Let's do this. Давай. За. Отлично, она попадает. С такого расстояния. Она была вообще пиздец, какая у меня косая. И дроба 65 с такого расстояния. Вот и прокачал их, видите, они попадают. Смятку. Of course. Yippee! We did it! That's right! Great! Alright! Swell! Так, а. Кого мне там захилить надо? Вот, моего кента надо захилить. I'm fading, boss. Так, информатор потерпел. Возвращается.
What do you need? А зачем ты возвращаешься, друголёк? Так, ты мне не нужен. Где What's сегодня? Going on? А сделать информатором, кража наличных, давайте будем воровать тогда пока. Пу-пу-пу-пу-пу. Салфис. Yeah. Все, давай, сдриснул. Все, он уходит. Давайте еще раз лечим. Танка. Его надо захилить полностью, все, 144, отлично. А, и казино большое. Gotcha. Так, давайте изменим сразу пойло, а тут что тут предпочитает обычное. Gotcha. Все, на захват. По идее, это должно быть, ну, не изи, но просто. Ух ты, смотри, ебать, у них тут 50%. Это какой-то неправильный оценка. Оценивают. В упоре сидит человек. Бобина, точнее. Ничего, я даже не смущаю. Давайте его сюда. За бочки спрячься. И кого он достает? Вот эту. Давай. Жалко без кровотечения, конечно, он ее сёк, так сказать. Так, давай сюда. Выстрел у него, по-моему, один стоит. Да, отлично, тоже один. А... Так, кого он... 80. Ну давай. А, он еще и шот. Отлично. Это прелесть этого персонажа. Он точный, очень точный. Он практически всегда попадает. Ну, наверное, 90. Ух ты, смотри, сучара, блядь. Так, мой пулемет. Пулемет я размещу, наверное... Я и забафать могу своих кентов. Давайте я и забафаю. Потому что оттуда сейчас тоже будут метки накидывать и стрелять будут. Ух ты, ебать. Грация лоудж получает урон. О, у меня Типсон взбесился. Если он сейчас еще несколько раз выстрелит. Ох, красавчик вообще. Он всех просто решил расстрелять. Главное, чтобы она у нас сейчас в больничку не отлетела. Надо ее захилить будет как-то, я хуй знает. А, тоже точные очень ребята здесь. Блять, через всю карту попадают. Просто пиздец. Хотя это охрана, то есть... Пиздец. Давай, снайперуля, снайперуля, погнали. Давай-ка снимем вот это. Ой, с кровотоком, это very well. Так, она у нас что как-то стоит, хуй просышь. А... Доберем, нет? Не, 65 она не даст, 100%, но с кровотечением на 2 она смогла. Кого я тут попадаю? 50%, ну давай вот этого хотя бы доберем. Отлично, всего лишь один промах. Вот она подбегает. Наблюдение, да? Ага. Ну вот до сюда я добегу. Добегу, а там она уже через стену не выстрелит. Отлично. Теперь Аль Капоне должен добирать ее. Все, найс. А, здесь ребята должны добирать 100%. Так, кто там? Это хуйта ходить будет. Давайте я нормально ее с кровотечением ударил. Так, ты кого? Не, давай. Добирай кого-то. И надо стрелять по фулл хп в основном в приоритете, потому что он очень много хп снимает. Добивать там какие-то 10 там хп просто нерезонно. Давайте просто его уберем, так сказать. Шахматной доски, чтобы он не мешал. Блять, как же они попадают реально, как будто. А, он отвечает. Да, я ему первых качал, что он отвечает. Так, через 2 раунда она откиснет, надо ее хилить. А, ты решила подбежать. It's your grave, buddy. Да? Тупой. О, ебать. О, гад! Они отлетают же жестко. Так, давайте заберем его. Что-то они больно бьют прям. Хорошо, так. Давайте её... Right away. Поднимаем. Help over here. Так, и... На наблюдение её ставим. А, так, это с пулеметом должна откинуть. Сработало, вот это да. Не ожидал, честно скажу. Давай, пусть это отлетает. Так, Аль Капон, чё, можешь кого-то? Давай его. К сожалению, промазал раз. Давай его добираем. То... Так, сейчас она будет ходить с кровотоком. Блять, стреляет, попадает, сука.
Тварина реально. Так, а она последняя на карте. Пропускаем ход. Поднимаем сейчас всех своих. Let's go! Call a doctor! Блять, хуёво, если они в больничку отлетят, реально будет хуёво. Давайте хилим. Call a Надеюсь, doctor! Они не отлетят, если их сильно похилить, я не знаю, как это работает. Help! Over here! Так. Давайте ставим. Давайте аптечку заюзаем еще на нее. Oh, no! Oh, no. Я думаю, наверное, должно быть так, что... ну, то чем больше хп у него к концу раунда останется. Хотя, походу, раунда есть жесткий. То есть там не зависит от того, сколько хп в конец раунда останется. Все равно может раунд получить Но надеюсь, сейчас не будет больнички. Реально, надеюсь. And of course. Yeah! Yes. We did it! That's right! Great! Первый раз такой вижу шагрена. Неплохой дробаш, кстати, на самом деле. Захватываем и делаем его казино. Золотой павлин, кстати, называется. Все, у меня тут охрана размещена. Давайте хилимся. Запрос о перемирии. Давай, до свидания, блядь. На меня нападал, когда я воевал с этими латиносами, блядь. А сейчас решил такое это. Ну, давай с тобой перемирие заключим. Крысу меня, короче, хуярил, поняли, да? Когда я с одним воевал, он решил, типа, это такое. Ой, это, блядь, это время, это надо. Сейчас, короче, пока там ослаблена, так сказать, группировка войны с другой, да? Мы в крысу нападем. А сейчас такой... Ну давайте перемирие заключим. Пошел нахуй, сейчас я тебя выстегну, итальян. Help over here! Все, давайте, захватили его. Так, вот тут склад, кстати, давайте склад. Эти маленькие, я даже думаю, может их давайте сохранимся. Может даже на автобое прокатят. Конечно, хз. Переговоры мне не интересны. Гляньте от меня, блядь. 72%. Блядь, у них 5 раунды у этих чуваков. Поэтому проценты такие печальные. А, они нас еще и окружают. Так, надо сейчас как-то грамотно их раскидать. Не, давай вот этого добирай. Надо максимально сейчас фокусить одного типа, ну. Так. Этот сейчас походит. Он, блядь, он со снайперкой. Не, вот он с пистолетом. То, что с пистолетом, это хорошо. Ну что, со снайпером. А мой отвечает ему выстрелом. Такс. Могу я кого-то забафать? Ну, я немного там. Давайте я лучше дэмэдж нанесу. Можно было и забафать, конечно, потому что... Он сейчас очередь кого-то даст, скорее всего. Ага. А почему они все в него целятся, реально? Давайте захилим его. Котча! Чтобы какой-то шальной крит не залетел. Ряд, это доктор толстый, реально. Он хороший, тоже очень меткий. Хотя я уже всех прокачал. Наверное, уже даже не зависит, там, меткий, не меткий. Но изначально, то есть, он был меткий. Вот Нора, вот эта Куин, она пиздец, сколько у меня мазала. Вот этот чувак просто косил, блядь. Он просто, у него, наверное... Он из 30% ситуации, что он реально очень сильно мазал. А, ну все, у меня тут все четенькие, все похиленные. Производство где-то улучшилось. Так, что 73%, ну давайте сами тогда, что процентовка какая-то хуевая обычно. О, качество выпивки, кстати, давайте забираем первым. Просто расстрел конкретный. Хороший крит. Так, я в него только тут могу забафать. Его уберем. Здесь забафаемся. Потому что сейчас будет ход уже какой-то бубины. Она тем более делает пару выстрелов. В упор мажут они, второй на 4. Вот поэтому и баф нужен этот. Хочу какую-то снайперку найти реально. Да, она мажет в упор, блядь, потому что... В упор со снайпера плохо стреляет, и он, да, здесь ближний бой. Надеюсь, промажет. А, ну ладно, хотя бы промазал тот. А в ответочку полтинник ловит. Гениально. Отлично. Что-то я даже ее не заметил, как она сидела, охереть. Добираем ее. Из другого каша добираем вот этого. А, нет, не добираем. Только пончик давай.
And of course. Yeah! We did it! That's right! Great! Brilliant! Странное название для пивоварни максимально, ну, ничего страшного. Да, у Аль Капон уже 240 хитпоинтов стало. Так, его чуть-чуть подкачал, так сказать. Давайте во вторую пойдем. Ну, кстати, отлично, они там пока войны объявляют. Вот скоро уже убежище узнаю, где у него находится. И развалю его нахер. Да, давайте, по качеству выпивки я где-то тут прокачался уже. А виски элитные, обычные, пойло. Вот можно обычный поставить, элитные все. Все правильно. Все, так, тут что, давайте насчет казино посмотрим. Большое казино, 50 подозрений, отклонения. И сильно общий доход пока маленький, потому что здесь, во-первых, пойло минус 5% процветания. Давайте поставим, я думаю, игры и обстановку улучшим. Давайте отражение одно вкачаем, а то уже наполовину казино спалилось перед ментами, что это казино. 58%? Да как так, блядь? Это же бред. Почему в таком маленьком заведении такие сильные чуваки? Это же бред. А чё тут красные, блядь? Я же его могу убить. Давайте его доберем сразу. Давайте вот этих. Они все-таки слишком близко, они потенциально намного опаснее, чем 62. Блядь, не промажь только. Так, он от кровотечения умрет. Да, он сейчас наблюдение поставил, что? Тут вообще, по идее, идеально просто гранату захуярить. Что такое? А, ну все, давайте бахаемся однозначно, потому что сейчас ходы пойдут NPC, они будут стрелять. Wipe them out! Да, пару выстрелов делать. Поэтому мне защита нужна для выстрелов, чтобы тебе не помочь. О, ебать, а ты что так встала-то? Давайте их сагрим. Давайте вот этот отвод огня. Дразним их. Вынуждаем нападать и 40 сопротивления курона. Плюс зачистку можешь ебануть, кстати. Не, давайте. А, вот, снижает вероятность получить крит урон. Отлично. Во-первых, и урон по мне будет хуёвый проходить. Да, видите? Ноль урона, то есть я снизил крит урон на 95% тем, что на корточках типа сижу. И отвод огня. То есть, так, ну смотрите, то есть она пизды получает, но урон не проходит. Имбово. Отлично, с кровотоком. Она еще и в своих попала. Вообще похуй. Вот она, сила бафа. Так, давайте. А, че он тут? Наблюдаем. Давай наблюдаем. Чтобы он наблюдение. Давай, завязывай со своими наблюдателями, блять, тут. Спину. Got him. Единственное, что меня накаляет, то что на боссах вот они мне по 60, по 80 бьют, а здесь что-то как-то, ну, печальненько. Если крит вылетает, то 55. Это золотой дробаш, это так-то, блядь, не хухры-мухры. Набираем всех остальных уже. Кстати, тут даже грамотной расстановки не надо будет, тут просто я количеством и дэмэджем забил, и тем, что они попадают. Вот реально, не просто попадают. Просто уже добил, а где он там стоит? Ну вот, он стреляет по три, выхает уже второй раз в ответ, уже полъебало отлетело, это просто то, что он там стреляет. Вон еще там, их двое осталось. Сейчас Минерва должна добирать его. Да, она должна добирать, но не добирает. Ага. Так, ну давайте пулеметчик сюда перемещаем и наблюдение ставим. Так, доберет Нора. Нора молодец, добирает его. Сейчас ставим на наблюдение от этого типа, потому что... А, ну сейчас Аль Капон находит и... А, ну ладно, но Аль Капон тоже на наблюдение. Давайте тоже на наблюдение. Это тоже добирает. Найс. That's right, great! Great! 951 слава, уже максимальное здоровье 95, то есть еще я поднял. Или не поднял. Ее починили, вот этого чиним. Call a doctor. Босс у меня тоже немножко
На нем немножко, а хилить умеет, кстати. Так. Еще одно казино. Что у него казино очень много здесь. Тут казино, здесь бордель, казино. У него один бордель, и все остальное чисто казино. Ничего. 73%. Ну, с такими процентовками 85+, я рандомит. Как-то даже... Ранник джен. Они прям с броней, у них хп уже многовато, поэтому, наверное, процентовка такая бичевская. А консервный нож давайте вот этому. А я не могу, ну давайте просто его выставим. 100 хп, ебать, крит 100. Жесткий крит вылетел. Добираем до этого пацана. Слушай, он там, я не понял, он с дробашом стоял или с каким-то пулеметом, что-то типа такого. К сожалению, промазал один или два раза. Так, а этот чё? Давайте вот в этого. Ближе всё-таки с кровотоком ещё. Попробуем добрать. Давайте его доберём. Меньше ходов. Тоже с кровотоком. А, тут мои охранники тоже. Давайте двойной огонь. Попадёшь? Один раз попал, молодец, в принципе. Давайте ему наблюдение снимем. Нормально, все попадают. Просто вообще молодец. Добира, отлично. Вот у меня охрана так-то тоже могёт. Так, с дробовика. Ебать, он с дробовика отсюда попал. Это обычный охранник, охуеть. Двойное подавление. В принципе, насрать. А он подавляет моего пулеметчика танка, а я просто с Аль Капоне расстрелять. Отлично. Так, Крит! В принципе, у меня еще один слот есть. А, нет, у меня не 68%. Да вы че, блядь? И 68%, тут 99,9%. Тут могут быть такие проценты вообще. Что за бред, блядь? Ну да, что-то тут... Обычно автоатаки намного как-то поинтереснее, что ли. Давайте раздамажим. Так, им чего тут? Давайте доберем. Что он даже с кровотока не отлежит. Ой, сотка, пиздец. А, забахаемся. А ею делаем отвод. You're asking for it. И зачистку ебанем. Сейчас одного сторону выберем. Ну да, кровоток, но она отъедет. А сейчас она ходит и отъезжает от кровотока. I knew it. Мы вынуждены ее атаковать, но как обычно, 0 урона. Я еще хочу, конечно, но не могу купить броню. На черном рынке что-то не продается броня. 10% отлично попадает, отлично. Вот, броню именно вот где хотя бы 3-4 там слот, ну, ячейки вот этих квадратиков. То есть, как она называется, там броня полицейского, что ли. Это у меня броня очень слабая, там вот как у Нора Квин, видите, там один квадратик был модный. Your history! Что это такое, когда вот у него, например, тут, блядь, 3-5 этих квадратов, то есть броня высокого уровня достаточно. Откинь. Ебать, просто. Этот демедж реально, да, проходит? Вот это прям меня аж радует. Так, давайте его поближе с дробовиком все-таки. Должен как-то вообще впереди воевать, а то он не в ту сторону воюет, блядь. Что-то как будто выстрелов не хватает у Аль Капона. Он вроде столько стреляет, а там 3 раза проходит. Как-то странно. 3 хита, хотя он стреляет там 5-6 выстрелов. Да, мне этот тип очень нравится. У него лицо, конечно, странное, немножко на женское похоже. Но он очень мощный. А что я им могу? Я им ничего не могу. Давайте вперед расшанем только. Я думаю, тот чувак... You got it. Поставим на... Вот еще забахаемся. Всякий. Он не доживет просто все равно. А, ну, блядь, с такими попаданиями еще и доживет. Нора не попадает в него. Ну давай, будешь палить сюда. По идее, она сейчас должна выстрелить. Когда он выйдет, он сейчас выйдет. Выходит. А, он не выходит, он стреляет оттуда прям. Ладно, добираем его. Жалко, хп не повышаются. Of course. Yeah, we did it. That's right, great. Давайте хилимся, и я, по идее, должен забирать первого босса мафии.
что я обещал это еще сделать в прошлой серии, но что-то жиденько обосрался. Но что поделать, не хватало у меня никакого вообще просто демеджа, не хватало ходов, то есть там... так у него вот убежище, ебать, right. Я себе. Давайте посмотрим. Сейчас на черном рынке, может, так, вот эта винтовочка есть, вот снайперская винтовка. Почему нету хотя бы какой-то там синий, блядь? Давайте динамит купим. О, смотрите. Водительские перчатки. Угу. О, 10 к урону. Увеличит урон на 10. Слушайте. А это очень даже, что нанести шанс криту, да, крит урон, но я лучше возьму... Тяжелые пули. Да? Да. У нее 10 к меткости, поэтому у нее меткости столько. Вот, броня, дерьмо на самом деле. Что это за, блядь, хуйня? Тут вот у меня какие-то инициативы. То есть можно ей инициативу взять, то есть она будет быстрее ходить, чем остальные. Вообще, по идее, инициатива тут как бы должна решать. Вот, я этот набор я передал ей, потому что меткость у нее дерьмо. Плюс шанс оттолкнуть противника, ну, я не дал тоже, потому что она пулемет. Этот у меня чувак где-то сидит боссом местным в районе, потому что я, ну, там, когда убежище строишь, надо кого-то, нельзя не посадить, нельзя не посадить Типсона какого-то, но надо в любом случае кого-то отдать. Я решил пожертвовать им. Так, ближний бой, так, вот она, что, у нее тут тоже крит. Вот этого обычные патроны. У него обычные патроны. У этого 10 крит урона. 10 крит урона. Тоже так, граната есть. Граната у меня тоже есть. Давайте ей дадим связку. Или лучше кто у меня чуть-чуть вперед зарашить? Она зарашить. Давайте ей дадим. Так, вот насчет. Ну вот, снайперская винтовка, блять. Сколько она дает? Она дает где-то в среднем 57 крит урона и где-то будет 48 стрелять. 5, 48 и 57, да? Тут явно меньше, блядь. Тоже меньше. 48, 57, тут меньше. Но тут крит, тут вероятность крит попадания больше. То есть здесь 5%. Здесь 11. И она все-таки хотя бы зеленая. Давайте попробуем с ней побегать. Хуй знает, тут крит урон хоть как-то что-то должен, по идее... Я же ей динамит дал, чё ты? А, я дал стоянке. А, ну все правильно, чё я туплю-то, блядь. Давайте ей повязку дадим. Надо сейчас полностью их оснастить. Так, ну давай, у тебя патроны обычные, давайте ему дадим, тут хранилище должно быть. Так, вот убойные пули, шанс крит урона. А, тоже обычные патроны. Так, да, и тоже шанс, чтобы с дробаша критовал. Так, ну по идее все, как бы максимально я тут их оснастил. Давайте сохранимся, чтобы опять это не делать во второй раз. Нападаем на убежище. Хотя знаете что? Блять, можно отменить как-то? Я хотел сейчас посмотреть. Короче, прочитал такую фичу, что если с боссом мафии обмениваться трейдом, да, то есть... И скупить у него всю взрывчатку, у него в бою взрывчатки не будет. Не знаю, правда это или нет. Реально урон больше стал, он по 20 стрелял. А сейчас хуярит он, блядь. Так, давайте. Ты доберешь вот этого Типсона? Его и так я доберу. Так, а он снимает с нее одну единицу брони. Давай вот этого. Еще и с кровотоком ударил. Малорик. Давайте этим бахаем. Всех. Отлично. Тут отвлекаем. И ага, я тут по своим попадаю. Давайте тогда делаем вот так. Делаем наблюдение, потому что если они двинутся. Им пиздец. Лично с кровотоком. Давайте фокусим этого типа, чтобы у него два кровотока сейчас будет. Интересно, два сразу сработают? Это наблюдение не изменит. Кровотечение 40. Да, два кровотечения получается сработало. Это же бомбово. Давайте вот этого первого заберем, чтобы он ходит быстрее. Вообще, я не хочу, чтобы он дэмэдж какой-то там наносил.
54, давай попробуем. Блять, ну, тут 50% слишком времени мало. Огонь на подавление. В принципе, похуй, пусть он подавляет, сколько хочет. Попадание. Так, давайте ждем. И Капончик сейчас у нас тут разберется. Call a doc. Все. Of course. Yeah, we did. That's right. Great. Выверенные патроны. А на меткость. Ну вот, кстати, да, патроны на меткость тоже это. Very well, так сказать. Help! Over here. Качество выпивки и производство улучшилось. Смотрим. Тут элитный. Ага, здесь вот так можно, почему у меня не... Я думал уже прокачиваться, но не прокачивалось. Так, обычный первый сорт. Пойло до сих пор, а что у нас? А, один день остался. Сейчас даже элитная трава, элитный. А первый сорт обычный пойло. Угу. Ремонт двигателей, ну давайте. Будем прокачивать. Конечно, не хочется прокачивать мелкие здания. Вот реально, да, сейчас сохранимся. Мелкие здания не хочется прокачивать, потому что, ну сколько вот они, да, бочек дают? Блять, ну что это за 10, 18, тут 70, 60, 50, 40, ну даже вот от 18, то есть, ну я даже думаю 20 плюс, вот это хотя бы стоит прокачать, а вот это, ну блять, убежище, я вот убежище качаю только безопасностью, то есть даже прокачивать что-то впадлю реально, пиздец, просто. Давайте, кстати, посмотрим, что у меня вообще по империям, по финансе, по финансам, ладно, давайте так посмотрим, где тут, блять, вообще мои заведения все взять. Давайте по доходу отсортируемся. Джек Блэк. О. Казино мало. Малое казино столько приносит. Охереть. Ну, давайте тогда я вкачаем игры и обстановку. Еще будет больше приносить. Сокровищница. Тоже казино малое. Давайте тогда вложимся. Счастливые звезды. Тоже казино малое. Охуеть. Казино малое приносит... Пишу всем, блядь. Джекпот. Ну, давайте игры вкачаем. Смотрим, сколько она потом будет приносить еще. Так, давайте сохранимся. Сохраняюсь, чтобы просто потом, если придется загружаться, чтобы вот эту всю ебалу, которую я сейчас сделал, не делал. О, перевозка и хранение. Улучшает производство. Ищите. Попадаем. Давайте. Блять, моя вот эта сука, реально, сейчас гранаты полетят, отвечаю, 49%. Лучше, чем 30, чем как у меня тогда было. Assholes. Gonna hammer you down. Так, значит, Анжела здесь, охранник. Короче, я думаю, блять, я... Ладно, Эль Капоне сюда побежал. Так, тут надо как-то пограмотнее их расставить, чтобы они гранатами просто не убило нахуй всех тут просто. Так, давайте его сюда тогда. Тут всего их двое, да? Так, он может выстрелить уже в кого-то. Так, он может гренку, кстати, закинуть в кого тут, пока особо-то и не попадает. Ну давайте. Ага, он сюда закинуть. Все, он сюда никуда не кидает. Да, у нас граната F1, она больше урона, чем обычная граната наносит. Давайте. Замедление еще. Отлично. Так, этим я, конечно же, забафаю. Может, сейчас начнется, блядь. Да, это снайпер. Выстрелит. Нет. Тоже защиту от пуль делает. Правая рука семьи Джена. Так, пулеметик я бы поставил на самом деле где-то вот сюда, наверное. Потому что сейчас с той комнаты будут выходить, сюда будут подбегать. Доминик Корт. I'm on it like stink on shit. Анжело Джен. Что он у него? Еще в кого-то стрельнуть хочет, сучка. Попадает ведь. Ладно, 3 урона это вообще хуйня. А он ему отвечает на 16, красавчик. Так, снайперов, я думаю, куда? Я думаю, вот сюда. Снайперов надо убирать. Okay, then. Надо вот этих будет забрать. You're finished. Какой финишт, блять? А, она сейчас очередь хуйнет. А нет, не хуйнет. Надо растянуть их как-то. Блять, вот отсюда сейчас будет... Ну давайте я сюда его уберу, потому что оттуда все равно будет тяжело попасть в новую. I'm on it.
Блять. Как поставиться-то? Реально, это же просто пиздец. Главное, они, по-моему, гранату кидают, когда три и более вместе кучкуются. Я не знаю, вдвоих они кидают или нет. Реально не знаю. Ой, смотрите, я сюда динамит могу закинуть. Отлично, давайте я закину сюда. Или чего? В этого могу? Нет. А если... Урон. А что так мало урона, если так? Ждите. Нужны боеприпасы как минимум на 2 выстрела. Если удастся попасть, вы мгновенно выстрелите в нее еще раз. Она выстрелит с пулемета или чего? Так, потом... Вот эти говнари ходят, они никакую гранату не закинут, да? Давайте пока... Не, давайте, короче, сделаем так. Сразу же сюда динамит нахуй закину просто. Че стесняться? Да, прям... Так. Ага. И куда можно еще отбежать? Давайте я вот сюда отбегу. По идее, снайпер оттуда не достает, но оттуда меня достают. Вот отсюда. Отсюда меня все достанут. Сука, ты смотри, попадают. Очень точные, блять, они. Аптечки юзают, бегают. Так, дробовикс. Дробовикс. Дробовикса бы сюда где-то поставить, было бы заебумба. Но дробовикса надо... Надо сюда. Потому что отсюда будут... Меня заебывать. Да, сейчас они все будут ходить. Хотя дробовик собой вперед на самом деле, но он просто не добежит. А если я сюда подбегу, сюда точно гранату захуярят, отвечаю. Просто так будет, блядь. Просто вот бабки не ходи. Кстати, я могу F-ку закинуть. Сколько она... А, МК. То есть, если я вот сюда добегу... И закину туда гранату еще. В течение 3 раундов. Давайте пока... Короче, сделаю-ка я вот так. Сюда. Вот эти сходили, они уже не должны ходить. Watch out! Блядь, да, сейчас выстрелили, да? Со снайперки. Сука. Хорошо, что промазала. Тупорылая дичь. Да, они все сюда сбегаются. Assholes. То, что они сбегаются сюда, это даже хорошо, потому что там мои самые сильные чуваки сидят. Так, у него есть граната еще. Так. Сюда он куда-то закидывает. Сука, сюда бы идеально было закидать. Так, но он закинет сюда. А, он убьет и на пол хп босса может слить. Могу этого забрать. А если дождь? Дождь, блядь. Золотой. Давайте гранатку я закину. Меня заебывали гранатами. Теперь я начну. Блядь, она еще и не сдохла, пиздец. Чё, почему? Какого хуя? Грицы. Давайте вот это. Может, он что, вообще хуел, что ли, блять? Так, у него F1. И слить сюда, к сожалению, никак. Давайте F-ку закинем. Похуй, потратим все гранаты. Главное, босса расхуярить. Блять, и вот, ну что она там такая живучая гнида, блять, этот босс. Так, у меня еще динамит есть. Не, давайте доберем вот этого. Очень опасно, что он стал еще и с дробовиком, опасно очень. Он сейчас выстрелит. И отлично, что он промазывает, просто отлично. Вот то, что она подавляет, это хуево. Сейчас мой пулемет, получается, будет не работать. Давайте попробуем, должна же хоть одна тычка залететь. Есть, отлично, отлично. Что там, двойной огонь? Давай. Опять, молодец. Давай, Доминик, обратно, блядь. Отлично. Снайпера надо тоже потихонечку этот... Давайте ее... А, блядь, выстрелить я не смогу сейчас. А давайте, знаете, как сделаем? Наблюдение. Сейчас по-любому кто-то отсюда побежит. А мы расхуярим их. 25%. Нет, конечно, это мега все хуёво. Я сюда смогу какую-нибудь гренку закинуть? Нет, к сожалению. Так, отсюда никто гранату никакую не кинет. О, давайте попробуем сюда. Это же просто имбово будет, пиздец, если я сюда смогу забежать. Давайте попробую, надеюсь. Сука, попадет, тварь.
Ладно, попало один раз. I'm going! Kill this asshole! Они мне сейчас будут все сюда в бочину хуярить, ну... Сука, блядь, смотрите, броню мне сваливает. А, нахуй. You're gonna pay! Да, надеюсь, они сейчас будут максимально все передвигаться, они будут стрелять. Поэтому, кстати, давайте я еще раз баф на нас, чтобы баф обновить. Да, пусть... Ой, отлично, я же говорю. Не зря я туда поставил наблюдение. А, он решил не обходить. Ну и дурак. Супер хуёвый. Как не обходить? Блять, все, он мне пропал. А чё он дэмэдж такой пролетает по мне жесткий? Каль Капоне. Давай ты полечишь... Это... твоего кента. Ага. Ну ты себя решил, да? Блять, я не мискликнул, сука. Давайте Доминика доберем. Просто сейчас его задамажим хорошечно. Еще кровоток, отлично. Просто отлично. Так, у него сколько стоит? Один. Здесь один. А, блять, его, к сожалению, могут наебнуть. Так-то давайте тогда хилимся. Это слишком вероятно. Слишком высока вероятность того, что меня могут убить. Давайте Доминика заберемся. Пулеметик у меня может кого-то. А он может. Динамит он, кстати, к сожалению, сюда не закидывает, но... Очередь туда. Плохую, но может дать. Ебать, два кровотока просто отлетел. Knock him around. Осталась правая нога. Так, пулемет, что тут? Давайте... Чё, оно так перемещаться мало может? Подождите. Почему оно только до сюда? А, он типа лежит, мешает. А тут стоит другой персонаж. Мы сейчас их будем окружать. Выходим сюда в пулемет. Let's go! В два пулемета мы сейчас будем джибошить. Shitbag, you're asking for it! Огня. А здесь мы активируем на передвижение вот этих челов. Вот так. Да? Да. Она сюда, если будет подбегать, здесь ее в упор встречает. Нора Куин. Добирает охранника. Ну, за паник, он бежать хотел в поле боя, кстати. Давайте сюда кому... Ой, мы троих берем здесь шрапнелью. Мы их замедляем, отталкиваемся. Вообще найс, еще и задамажили. Да, не сильно задамажили, но мы их всех замедляем. Видите, у них ходы прошли. Вообще найс. Так, а этим чуваком... Давайте мы бежим сюда. Alright. И босса доберу, если что. Огонь. Подавляет. Должен я забирать их, потому что уже все тут, кто тут остался. Главное не потерять бойцов. А, он мажет, отлично, все. Просто. Да, 46 ответочка, это уже очень жестко. А вот тут давайте этого не заберешь, а давай вот этого заберем, у него кто-то больше. Найс. Просто на это, давай вот это бери этого, блядь. Ворыну эту. И этого добираем. Найс. Босса давай. Все. Изи. Босс убит. Смерть вражеского босса и захват его империи. О, вот она и побежала. Бэклода какая-то. Оглушение. С нихуя себе. А, видели, да? Есть. Давайте попробуем. 50%. Отлично, просто 50% мы попадаем. 84, кровотечение 2. Ну, тоже, в принципе, задамажил. Нормально. Давай его сюда. Ну, тут уже, конечно, тут просто смешно уже. Остались какие-то бичи просто. Все. Боевой дух. Так, здесь пропускаем. Никто тут не достает, а вот это достает его. И убьет. Отлично. Все. Минус макароник. Of course. Yeah, we did it! That's right! Great! That's the bee's knees! Отношения с фракциями, смотрите, бюро по контролю за исполнением своего закона. Минус-минус братья Джена получил. Независимости. Очки славы. Пулемет Матсона. Эпический. Этот уникальный.
15 меткости минус, шанс 5% подтолкнуть, 2 урона к броне. 9-17 урон и 18-19 и 5%. Крит 18-19, 5% крит. Здесь крит 5%. Короче, одинаковые, по сути. Ну, пулеметы мне не очень нужны. Давайте здесь из него сделаем, блядь, казино. Так, казино, походу, Анджело. Мы убили босса фракции братья Джена. Анджело Джена погибает, а империя, лишившись хозяина, переходит вам. Победа в войне. Война окончена. Фракция ликвидирована. Найс. Выполнили мы какие-то задания, но, видимо, качество выпивки улучшилось. Теперь... О, Westwood Gate меняет. Вас пригласили на войну. Я не собираюсь. Все, то есть район под моим control, контролем. Так, виски, первый сорт, обычный, пойло обычный. Тут все правильно. Так, ну давайте посмотрим. Я на паузу только нажму, кстати, что тут как обычно полная шляпа, блять. Так, давайте отдалимся, посмотрим. Теперь это мой район, да? Да, вот видите. Давайте посмотрим West Loop Gate. Улицы красных фонарей, предпочтение тут обычное. Упадок идет сейчас. А, клиенты чужих, еще клиентов, почти 3 соточки клиентов чужих. Угу. Дефицит алкоголя здесь. Надо. И статус опасно. Статус отображает, насколько опасен этот район. Чем больше смертей, тем опаснее. Ну да, потому что это война. А, подручного я не назначил. А теперь, по сути, нам надо что? Апгрейдить казиношки. С казино, я так понимаю, очень много тут прибыли можно будет выручать. Так. Молва, обстановка. Да, вот оно, казино. Что она пока минус 56 дает, потому что, видимо, я его только что захватил. Охрану бы сюда добавить. Так, мало вам. Вы начинаете производить впечатление, люди начинают о вас говорить. Привлекательность, вероятность облав и неприятных происшествий. Ладно, пока у нас и так галимый, я не буду ничего тратить. Думаю, уже это в следующей серии уже начну делать. Ой, с паузы снимем. В следующей серии я начну. Так, а чё у меня человек пришел? Томми Бисквит, блять. Давайте его пульнем сразу же опять. Эй! Информатором, кража наличных, давай его. What is it? Салтиса. Давай, ты мне тут не нужен, все равно ты не прокачанный, ничего. Вот он, Салтис, кстати, чикагский павлин. А где, кто так назывался чикагский? А, золотой павлин, чикагский синдикат, точно. В принципе, все, я думаю, на этом уже, на этой ноте серия к концу подошла. Еще вот этот розовый надо и Салтиса убрать, и район может быть на соточку, на 100%. В общем, все, друзья, как обычно, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Смотрите с удовольствием. Увидимся в следующей серии. Пока.